Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Я всех вас рада приветствовать. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал, ставите лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Также пишите мне запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. И сегодня опять печальная тема – дело Илины Сушкевич и Елены Белой. Врачей 4-й городской больницы родильного отделения в городе Калининграде обвиняют в смерти недоношенного младенца. Произошло это 6 ноября в 2018 году. Суд в городе Калининграде оправдал медиков, в Москве признали виновными. Это врачи неонатологии. На самом деле, все ли они сделали, виноваты они или нет? Первое, что я посмотрю, причина смерти младенца. Было ли здесь что-то умышленное? Итак, причина смерти младенца. Можно ли было спасти ребенка? Дальше. Илина и Елена все сделали возможное, чтобы спасти новорожденного. Первое. Причина смерти младенца. А здесь очень активная карта. Сейчас я посмотрю еще дополнение. Так как здесь идет ярко выраженная мужская энергия, король жезлов. Так как ребенок был недоношенный, по всей видимости, ему не хватало энергии. Был ребенок слабенький. Так, что есть в этой карте? Опять жезлы. Двойка жезлов и пятерка пентаклей. У ребенка было плохое, слабое здоровье. Причина смерти. Можно ли было малыша спасти, новорожденного? Карта справедливость. Нет. Такова была у ребенка судьба. Дополнительную. Это судьба. И шестерка кубков. Нет. Здесь надо что-то смотреть в их роду. В роду родителей мамы и папы. Здесь какие-то родовые идут программы. И следующее. Илина и Елена все сделали возможное, чтобы спасти ребенка. Пятерка жезлов говорит о борьбе. Что есть в этой карте? Солнце. Они, безусловно, старший аркан Солнца говорит о том, что они боролись за жизнь младенца. Итак, виновны врачи, неонатологи, да или нет? Паж жезлов, тройка пентаклей. Колесо фортуны. Ну, знаете, я так могу сказать. Здесь все так обернули для того, чтобы этих женщин осудили. Вот так повернулось колесо фортуны. Какие-то обстоятельства, какая-то информация, взаимодействие со свидетелями. Возможно, поступили какие-то жалобы от родителей. Но, по всей видимости, да, родители действительно обвинили полностью врачей. Идут какие-то повторяющиеся события и цикличность. Вообще, 4-й роддом в городе Калининграде – это роддом, где лежат мамы с патологиями. То есть у родителей, когда есть у мамы какая-то патология, она наблюдается именно в 4-м роддоме.
Вот то, что я вижу, здесь идут активные действия против врачей. Почему? Причина какая? Причина какая? Десятка пентаклей. Здесь идет семейная карта. Но, по всей видимости, здесь как раз идет вот именно от родителей новорожденного ребенка, недоношенного. Скорее всего, идет оттуда. Что-то, вы знаете, еще связано какое-то идет что-то на государственном уровне. Для меня какая-то непонятная схема. Так, оправдают все-таки женщину или все-таки их осудят? Какая будет информация? Карта сила, старший аркан. Восьмерка пентаклей. И карта смерть. Но то, что я вижу, вы знаете, я вижу, что женщина осудит. Женщина осудит. По всей видимости, и срок такой приличный будет. Они, вы знаете, у них вот такой период трансформации. Очень, конечно, печальная история. Но я здесь вижу, что вот прям почему-то идет заинтересованность в том, чтобы этих врачей именно посадить. Для этих женщин идет, знаете, как сказать, полная трансформация. Полная. То есть я даже не знаю, скорее всего, они уже не смогут заниматься врачебной деятельностью. Вы знаете, в городе Калининграде и так-то врачей нет, хороших специалистов. Все поуезжали. Ну, вот как-то вот так. Грустно, печально. Если к данному раскладу есть комментарии, напишите, пожалуйста. Берегите своих детей, берегите себя. Всего вам доброго.